Жителям 36-го комплекса больше не придется ходить пешком. На этой неделе сразу три маршрута начали курсировать в этом микрорайоне. Транспортные изменения произошли по просьбам челнинцев, у которых возникали сложности с поездками в старую часть города. Проблема решена, но надолго ли? Раньше в 36-й микрорайон заезжал только маршрут номер 9. Людям приходилось пешком добираться до остановки в 31-м или 32-м комплексе. И только там садиться на нужный им автобус. Сейчас же пассажиры могут со своей остановки уехать до ГЭСа. Им добавили сразу три маршрута – 27, 42 и 43. Раньше они ходили и уходили сразу на проспект, заворачивали после метро. Сейчас мы по многочисленным просьбам жителей данного микрорайона продлили их до конца микрорайона, то есть они разворачиваются к концу микрорайона. Исполком проект утвердил, но лишь как экспериментально. По словам Николая Тятюшкина, автобусы должны укладываться в график с интервалом движения в 5 минут. Если же время ожидания увеличится, то от маршрутов через 36-й микрорайон придется отказаться. Если нам дадут дополнительные карты, мы оставим все это как запустили. То есть в связи с тем, что километраж увеличивается, увеличивается интервал, если мы не будем справляться, значит, мы будем оставлять так, как раньше было. Причем проблема не в нехватке транспорта. В парке пассажирских перевозок более 300 единиц техники. Однако вывести на маршруты дополнительно автобусы нельзя. По результатам конкурса есть разрешение на работу только 250 машин. Нарушение чревато расторжением договора с компанией. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.